Добро пожаловать на подкаст Теорикон, на самое острие русского культурного авангарда. С вами, как всегда, ваши неизменные ведущие Палагин и Скиф. Скиф это я, Палагин, привет. Здравствуйте, друзья, добро пожаловать, привет, Скиф, Поговорим сегодня про Мисиму и про его эссе «Солнце и сталь». На самом деле, даже несмотря на то, что Мисима как человек тоже очень интересный, у него очень интересная биография, которую тоже стоит обсудить. Мы, я думаю, сегодня поговорим в первую очередь именно о «Солнце и стали», потому что это одно из тех эссе, одно из тех произведений, которое довольно сильно повлияло. Лично на меня оно точно повлияло. По поводу скифа сейчас узнаем. Я думаю, что мы должны были когда-нибудь это все обозреть. И сегодня как раз тот день. Мы будем говорить именно про эссе «Солнце и сталь» японского писателя Юкио Миссимы или, как мы его обычно называем, Мисима. Самое начало эссе, там, где он говорит про противопоставление слов и тела, про противопоставление языка, ну, того, на котором мы говорим, того, на котором мы пишем, и в его случае это очень острый вопрос, потому что к моменту написания этого эссе, к тому моменту, как он пришел к вот этой вот идее солнца и стали, он уже долгое время был писателем, и Миссима говорит... Я цитирую, слова ⁇ это средство, с помощью которого реальность преображается в абстрактные образы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают действительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами. То есть мы привыкли думать о слове как о чем-то вечном, но есть такой вид слов основной которые мы используем, да, в, которые заражают наше общество, нашу психику и все такое, да, они разлагаются в большей степени, чем разлагается телесное. Да, действительно, Мисима говорит как раз-таки про противопоставление слова и тела, причем сам Мисима, так как он был писателем и довольно долгое время, как ты уже сказал, к написанию этого эссе, он пришел к этому всему со стороны именно слова. В этом плане это довольно занимательно. Как говорил Миссима сам, и как он писал в своем эссе, для него «я», в широком смысле «я» — это дом, а тело — это сад, который окружает дом. мисима предлагал использовать солнце и сталь в качестве садовых инструментов для своего сада. У него была такая метафора буквально в самом начале. И, соответственно, спустя какое-то время, благодаря солнцу и стали, ты можешь начинать изучать язык своего тела. Я думаю, что тоже интересный момент, почему вообще для нас это актуально. Нам не интересно просто, чтобы все были качками. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, как раз самое главное в том, о чем Говорил и Баб, и то, о чем говорит Мисима, это что люди как раз такого интеллектуального склада, люди предрасположенные к интеллектуальной работе и интеллектуальному труду, именно люди, возможно, какого-то какой-то художественной наклонности, именно этим людям на самом деле совершенствование своего тела через лифтинг, да, через бодибилдинг в широком смысле как раз актуальнее всего потому что та область, то пространство, в котором оказывается мыслящий человек или созидающий человек, оно как раз подвержено этой словесной коррозии. Мы можем наблюдать это по всему развитию западной философии и литературы, где все уходит в сторону каких-то языковых. Игр в сторону дискурса как такового. Да, в этом есть своя определенная ценность, но все это, в каком-то смысле, без совершенствования своего тела, без укорененности в телесной реальности, все это теряет вес. Сегодня мы живем в таком мире, где где любая интеллектуальная деятельность она очень прочно ассоциируется с телесной слабостью, хилостью, возможно, не знаю, начиная, начиная от хилости и кончая ожирением, да. Когда ты говоришь интеллектуал, ты не представляешь себе качка философа, хотя именно так это и должно быть. Да, действительно, у Мисимова об этом очень много пишет. И как он сам в эссе говорил, для него он проводил вообще параллели между мышцами, которые человек может накачать, которые в современном мире во многом стали не нужны по целому ряду причин, мы это все обсуждали. Он сравнил эти мышцы, которые человеку современному не нужны, не нужны с классическим образованием. То есть для современного человека во многом мускулы — это то же самое, что древнегреческий и латынь. То есть это что-то, что по большому счету ему не нужно в повседневной жизни, однако для того, чтобы стать полноценным качком философа, более совершенным человеком в целом и в общем, это безусловно важно, и поэтому для него сталь, она позволяет вдохнуть жизнь в эти языки, то есть она позволяет вот дойти тебе до какого-то такого состояния, в котором для тебя твое тело станет своего рода таким шестым чувством, на самом деле. То есть ты э, с помощью тела ты сможешь какие-то более тонкие материи буквально чувствовать. Однако у Мессима также, это довольно важно сказать, он отдает себе отчет, что человек с сильным телом может быть человеком слабого духа, то есть это не всегда работает, и даже из этого правила есть исключение. Человек с сильным телом, но со слабым духом, такое очень часто бывает, если человек узнал или как -то начал взаимодействовать со Сталью раньше, чем он осмыслил феномен Солнца. То есть это такие, знаешь, лунарные качки, которые пришли в зал, чтобы стать большими, и чтобы нравиться женщинам, грубо говоря. То есть это не те самые качки философы, которые пришли в зал для того, чтобы изучать латыни и древнегреческий. Это тот самый феномен современных женственных качков, которые как бы не выглядели они являются безусловно людьми очень слабого духа, совершенно не являются тем, к чему нужно стремиться. Также, как Несима говорил, по его мнению, человек с слабым телом, с дряхлым телом, с некрасивым телом, он не может умереть красиво, он не может умереть как античный герой, потому что когда Умирает толстяк, это всегда выглядит очень смешно, это выглядит как-то вульгарно. Ты не можешь представить себе какое-то представление в театре величественное, где каким-нибудь героем античности был толстяк. Вы просто представьте, как это выглядит, когда его убивают. Это просто нелепо. Я думаю, что я ничего оригинального не скажу, если я просто отмечу, что Мисима же все-таки японец, и вся японская история, литература, религия, сам логос японцев, он неразрывно связан со смертью. Кстати, у самого Мисимы есть книга комментариев к Хагакуре. Хагакура — это кодекс Бусидо, самурайский кодекс, и фраза, по которой известен этот кодекс, это она там повторяется множество раз. Он говорит, так я познал, что путь самурая — это смерть. Таким образом, для Японии и для японского духа это очень важно, и я думаю, поэтому Мисима и отмечает этот э, аспект, что момент смерти очень важен для человека, и э, не в последнюю или даже в первую очередь он важен для философа или писателя, поскольку вся его жизнь является творческим актом, и сама жизнь Мисимы тоже была творческим актом в своем роде, потому что 25 ноября 1970 года, когда он участвовал в заговоре по смене японского правительства, и установлению военной диктатуры, изгнанию американской оккупации. Когда этот заговор не удался, то, я не помню, было это в Токио или в Киото, но, в общем, в одном из больших японских городов Мисима совершил сепуку, харакири, да, ну, сепуку в его случае, ритуальное самоубийство на балконе, по-моему, это происходило, да, у всех на виду. Насколько я понимаю, Харакири от Сепуку отличается тем, что Харакири это такая грязная версия. Это если ты где-то на поле боя или где-то еще, я не знаю. Ну, в общем, в той ситуации, где нельзя все красиво сделать. Для японской культуры очень важен церемониальный аспект, как мы все знаем. А Сепуку это происходит в таком ритуальном контексте где вначале ты совершаешь надрезы а, мечом у себя в животе и буквально через секунду второй человек он отрубает тебе голову одним ударом и мисима совершил свое ритуальное самоубийство именно так и есть эта знаменитая фотография, там, где лежит его отрубленная голова. Это на самом деле столько ассоциаций вызывает, связанных вообще с его жизнью и литературой, начиная от того, что образ маски был очень для него актуален во всем его творчестве, понятие маски. И в «Солнце и стали» он тоже писал, что когда молодость уходит из лица, лицо должно превращаться в маску. Его отрубленная голова тоже похожа на маску, у него спокойное и невозмутимое выражение лица. Там я еще, насколько помню, его когда пытались обезглавить, это получилось далеко не с первого раза. Запороли ритуал, потому что ему за одно движение не смогли отрубить голову, это несколько раз делали. По-моему, несколько... да, он пер перекачал шею. Да-да-да, вот почему нужно реально качать шеи трапеции, вас не смогут обезглавить. На самом и деле вообще... это недооцененный момент, что надо шею очень сильно качать, многие шею это пропускают. Шею прям очень сильно надо качать, да, да, тебя, да буквально, тебя, тебя буквально не смогут задушить или взять, за, ну, взять захват нормально, если у тебя будет очень накачанная шея. Ну, обычный да, человек да. не сможет, там, профессиональный какой-то боец сможет, но обычный человек не сможет. То как бы нужно понимать, что просто сравнить вот людей с гусиной шеей и людей с накачанной шеей, которые как мини-танки такие выглядят, и сам себе танком становишься. И, кстати, по мнению Миссимы, почему он вообще так сильно налегал на эту тему с э, сталью с тренировками. Именно тело лучше способно воспринимать идею, а не дух. И во многом именно на этом строится вот вся эта идея становления. А, то есть, во-первых, для него тело было нужно, для того, чтобы лучше воспринимать какие-то идеи. И помимо этого, сама сила которую ты получаешь в процессе тренировок, не нужна, она не является полезной, какой-то релевантной, если ее не прикладывать к определенному объекту. Пассивные мышцы, которые просто висят, которые просто делают тебя красивым, это просто мясо. Твои мышцы, как я уже говорил сегодня, они должны стать для тебя практически дополнительным органом чувств. То есть ты должен, когда ты занимаешься, применять э, силу к стали, для того, чтобы использовать ее, использовать ее как фундамент своего характера. И мышцам на самом деле очень одиноко без стали, потому что если вы сколько-нибудь серьезно, да, даже на самом деле не обязательно очень серьезно занимаетесь, если вы просто привыкли к этому, если вы уходите в зал, если это то, что вы любите делать, после того, как вы перестаете это делать, вы чувствуете прям буквально физическую тоску. Ваше сердце, ваше тело как таковое, оно начинает страдать без применения к чему-то. И вы не могли этого не чувствовать, если вы реально ходили в зал и занимались. Ну, тут можно две вещи сказать по этому поводу. Первое — это то, что вот это то, что ты сейчас вначале говорил, что можно рассмотреть солнце и сталь через призму платонизма, да, то есть идея заключается в том, что есть какое идеальное тело, кстати, Платон таким образом, наверное, повлиял на античных, на античных культуристов тоже, но не суть а Дело в том, ну, что почему именно ты начинаешь лучше воспринимать, почему тело лучше воспринимает идеи, да, тело, над которым ты поработал Потому что ты своей работой над телом приближаешь его к идеальному телу, к Эйдосу тело, то есть здесь такой есть платонический аспект, это раз. А вторая вещь, это то, что действительно сравнение оккультуривания своего тела с изучением древнегреческого и латыни, с получением классического образования. Это очень хорошее сравнение, потому что и то, и другое является таким... Ты с дикаря становишься, становишься человеком в каком-то смысле, потому что ты принимаешь на себя все лучшее от цивилизации, не в смысле, да, индустриального общества, а как раз наоборот, это в своем роде ограничители на самом деле и признаки твоего какого-то ранга, я не знаю, породы, я бы сказал, да, признаки породы, когда ты изучаешь, когда ты получаешь классическое образование, сейчас это можно сделать самостоятельно и оккультуриваешь свое тело до того предела, где оно подобно по форме своей античной статуи. Да, вы действительно можете получить настоящее классическое образование прямо на нашем подкасте. Это одна из тех целей, которые мы преследуем. А по мнению Миссима, да, действительно, задача мышц, как он писал, так, разрушить релятивистский мир, то есть мышцы должны стать для вас своеобразным порталом в мир чистых ощущений и абсолютной силы. То есть, как ты уже правильно сказал, они должны приблизить вас к миру чистых идей. То есть в этом плане Мессимо очень близок к платонизму. В целом мы как бы не сторонники платонизма, но мы сейчас говорим о... не о нас, о... а о Мессиме. И в целом главная мысль Миссимы, которую он высказывает в этом эссе. Он считает, что вы должны лепить слово, грубо говоря, из тела, а не наоборот. То есть вы должны то, что вы говорите, то, что вы пишете какие-то идеи, которые у вас рождаются, должны рождаться из какого-то физического совершенства, либо стремления к физическому совершенству. Да, вообще главная мысль Миссима в этом эссе заключается в том, что вы должны создавать, лепить слово, писать что-то, рождать какие-то мысли, рождать какие-то идеи из тела, а не наоборот. Боль, которую вы испытываете, когда вы занимаетесь железом, когда вы прикладываете свою силу к чему-то, используете ее для того, чтобы стать лучше она является, как ты уже правильно сказал, во-первых, японская культура — это культура смерти, а боль в японской культуре, в культуре мисимы, она является доказательством существования сознания. Для вас это возможность физически понять сам факт вашего существования. Я не знаю, когда человеку делают какую-то операцию, ему потом, или я не знаю, если руку сломал и там что-то что, что где-то чинят, доктор щипает, щиплет, Делает щипок, и он спрашивает, типа, болит, и ты такой болит, и он такой, значит, значит, Отлично. есть. Значит, есть. Да, вот это. Да и вообще еще в древние времена именно способность терпеть боль, она была показателем мужественности. И в очень многих обрядах инициации, прям, боль, именно способность вытерпеть что-то, она показывала, что мальчик перерождается по-настоящему в мужчину. И поэтому тут мы можем провести с вами параллели с современным обществом, в котором очень отчетливо присутствует стремление в массовом сознании избегать боли какой бы то ни было ценой, неважно. Изменение своего собственного сознания, восприятия окружающего мира как-то иначе, либо какие-то медикаментозные средства, либо что-то еще. И, по мнению Симы, это такая философия мертвеца на самом деле. Если вы. Не стремитесь испытать боль, если вы не готовы к тому, что вы будете испытывать боль в своей жизни, отчасти даже наслаждаться ей, то вы не живете по-настоящему. Да, я хотел об этом поговорить, а вначале... вначале я просто хочу еще вернуться к тому, что режим солнца и стали, он придает вес вашей жизни и придает вес вашим словам в том числе это касается это на самом деле можно немного распространить это не только касается не только касается солнца и стали это такой скорее частный случай которому который универсален к которому мы все а, должны стремиться но для всех очевидно что опыт человека действительно придает вес его словам достаточно сравнить до каторжного и после каторжного достоевского да насколько это вообще разный уровень литературы, литературы Понимаешь, это да? разные биологические расы практически. Ну да, да, потому что там уже было и боли страдания, и, и и сталь тоже была в разных в разных видах. Его слова опустили глубокие корни. После этого ты можешь философствовать молотом. Ну слушай, это, кстати, довольно интересный феномен, потому что помнишь, мы когда обсуждали вот, поиск человеком пространства и все остальное мы тогда пришли к тому, что жизнь в загоне, в какой-то клетке, в тюрьме, в этом нет ничего романтичного, и это действительно ломает человека, но периодически случаются вот такие прецеденты, как был с Достоевским, когда человек буквально был, когда человек разрушился и пересобрался во что-то более правильное, во что-то более величественное. Но на самом деле этого очень мало. Да, я уверен, что это может происходить и в негативную сторону тоже. Тоже было множество всяких писателей и философов, таких лунарных, которые тоже подвергали себя всякому разному опыту, что делало их литературу гораздо сильнее, не обязательно в хорошем смысле. Например, Мишель Фуко изобрел фистинг, как известно, да. <laughs> это тоже опыт в каком-то смысле, да. Ну и любые, в общем, писатели, философы, которые использовали какие-то крайне дегенеративные, ужасные, дегуманизирующие практики в своей жизни, но это делало их сильнее с точки зрения того, насколько они креативны и внушительны, но не в хорошем смысле. То есть это может в две стороны работать. Ну вы посмотрите хотя бы на Жака Фреско, Спасибо, что были с нами до этого момента, чтобы услышать полную версию подкаста, а также полные версии всех остальных прошлых и будущих выпусков, а также эксклюзивный дополнительный контент, подписывайтесь на Patreon по адресу patreon.com. Вас там ждут самые эзотерические русские подкасты, без цензуры YouTube и других платформ. Подписавшись на наш Patreon по адресу patreon.com. Вы сможете слушать все наши подкасты, получать дополнительный контент и участвовать в чате для патронов. Увидимся там!